Всем привет-привет! Всем отличного настроения! Сегодня я хочу сделать обзор на свою новую колоду, которую я приобрела на донаты, которые были подарены мне в честь пятилетия моего канала. Вот. Я очень рада была, и мне захотелось, ну, в принципе, я могла потратить эти деньги на себя, да, на что-то другое, как-то вот порадовать себя, но мне захотелось как-то, знаете, на память оставить что-то, чтобы вот, пользуясь, я не знаю, каким-то инструментом, либо какими-то вещами, да, я вспоминала, что вот это было вот в честь пятилетия канала. И я захотела купить колоду. У меня есть в планах есть и было 2-3 колоды, которые я хотела купить. Одна из них — это та, которую вы видите сейчас, и я буду делать на нее обзор. И есть еще 2 колоды, но они созданы на основе колоды Таро Тота. Вот, а поскольку у меня есть эта колода, у меня есть книга, я ее еще не изучала, потому что у меня были свои какие-то заморочки на тему Кроули. Вот, и я все откладывала и говорила, что вот как только я изучу колоду Таро Тота по книге, вот прям погружусь, узнаю, тогда я смогу купить и колоды аналогичные Таро Тота. И поэтому выбор у меня пал на колоду, которую я вам сейчас покажу. К сожалению, у колоды нету названия. Вот как странно бы ни казалось, да, вот то, что вы видите название, это оно не в зеркале, но вот так вот. Это как это? Ник, да, если так можно сказать, ник, аватар. Нет, ник. Ник автора колоды, девочка. Вот. Не знаю, как ее зовут. Автор колоды турчанка из семьи. Ну, она живет, девочка живет в Турции, из семьи по женской линии, где женщины занимаются эзотерикой, мистикой. Если я не ошибаюсь, то автор колоды занимается Таро, но, в принципе, я не видела, что вот как-то вот больше акцент на Таро был, потому что там есть еще, если я не ошибаюсь, энергетические какие-то практики. Не помню, врать не буду. То ли рейки, то ли тета-хилинг, то ли медитация. В общем, что-то такое энергетическое. Вот. Ну, то есть она, в принципе, себя не позиционирует как таролога. Я увидела эту колоду на сайте в описании. Я обязательно дам ссылку, потому что впервые эту колоду я увидела у коллеги. У нее много подписчиков. Я не помню, если честно, как называется канал. По-моему, Лехцер, да? Ева Лехцер, если я не ошибаюсь. По-моему, там я увидела эту колоду, мне понравилось. Она, по-моему, сделала даже в шортс такой коротенький обзор, ее там спрашивали, как называется эта колода, она сказала, что это темное Таро, но, видимо, она тогда только ее приобрела и была не в курсе, что у колоды нету названия. Вот, я, значит, по картинкам стала искать, где ее могу найти. Я нашла один американский сайт, как я уже сказала, я дам ссылку в описании, да, можете зайти, если вдруг вы захотите приобрести эту колоду. С ней была такая целая эпопея, поскольку, ну, Греция с Турцией достаточно близко находится, вот, но поскольку колода была приобретена через американский сайт, колода сначала уехала из Турции в Америку, а потом из Америки приехала в Грецию. Ну, вот такая вот эпопея интересная. Вот. Я хотела себе колоду черно-белую, вот, поэтому я ее и купила. Впечатление. Впечатления неоднозначные, да, я показывала ее первый раз в своем телеграм-канале в чатике, где я всегда даю больше информации, как, знаете, распаковку, как только я ее купила. Я сразу сказала, что колода, она была вот так вот прям, как видите, да, то есть без какой-то вот обертки в найлон, либо вот какую-то бумагу такую прозрачную, вот так вот карты и были, вот без какого-то, как это, оформление, не знаю, ну, как-то закрытая упаковка какая-то должна быть, не было. Вот, коробка такая достаточно примитивная, ширпотребная, как
я говорю, работа. Вот, был вот такой мешочек, причем мешочек из хлопка, хлопчатобумажного, да, такого материала, что-то я все наверх ставлю. Вот, посмотрите, какой он огромный, ну, какая колода и какой мешочек. Вообще, мне кажется, ну, претензий к автору, к отрисовке, да, нету, но есть претензии к типографии и есть претензии непосредственно, ну, тому человеку, который ответственен за, не знаю, за продажу, то есть за упаковку, за... Ну вот, можно было же, да, сделать, ну, поменьше размером этот мешочек, чтобы можно было им пользоваться. Сейчас в нем, ну, я не знаю, колода в нем будет плавать. Ну, смотрите, чтобы вы понимали, во сколько раз больше. И это, ну, неудобно. Вот. Следующий момент, поэтому я держу вот в такой, у меня есть мешочек, вот, как раз-таки мне подходит по размеру. Коробка, как я уже и показывала, то есть она должна была быть с магнитиком, красиво сделана, оформлена, но работа ширпотреб. Почему? Потому что, показывала уже в Телеграме, есть вот такие вот разные зазоры, здесь вы можете посмотреть, вот все отклеено, видите? Скажу, что колода презентовалась как авторская, да, на сайте. Обошлась она мне с перевозкой и с налогами, со всем, 59 евро. То есть это не дешевая колода, сказать, что прям дешевая она, нет. Но у меня было ожидание, по крайней мере, от упаковки, ну, чтобы была лучшая работа, да, вот, в коробке в этой держать я колоду не буду, потому что, ну, каждый раз, когда я ее буду вытаскивать, что с одной стороны, что с другой стороны, карты будут цепляться, но поэтому, ну, бессмысленная. Была вот такая вот карточка, да, как благодарность за то, что была приобретена колода, вот, и все, в принципе, больше ничего. Я вам хочу показать другую авторскую колоду, которой я пользуюсь, я ее показывала в Телеграме, тоже, чтобы вы понимали, да, качество, цена вот на эту колоду, она, по-моему, была больше где-то на 20 евро, но неважно. Сравнить две коробочки, да, и сравнить работу. Смотрите, открывается и закрывается, потому что есть магнитик. Здесь типа тоже должен быть магнитик, но он такой шалтай-болтай, и коробка вот здесь вот помятая. Ну, в общем, работа не очень. И если здесь действительно в колоде Terra Volata благодарность была за покупку, ну, во-первых, качество, да, здесь вот этой ленточкой, из которой удобно, здесь в этой коробке не было. А здесь видим вручную, да, отрисована благодарность за то, что купили колоду, вот прям, ну, и было очень много подарков дополнительных. Ну, то есть ты понимаешь, что человек с душой отнесся к своей работе, да, в коробочке здесь тоже есть, вот, на латыни, да, написано выражение. Ну, то есть разница, понимаете, я человек-эстет, я придираюсь к таким вещам, потому что если я покупаю что-то, а покупаю я не реплику, если бы это была реплика, я бы вообще, знаете, никаких претензий бы не было, да, я бы сказала, ну, окей, все классно, супер, здорово. Тут я, у меня есть претензии, я плачу. Это все авторское, значит, это все индивидуальная работа, ручная должна быть работа, и относиться к этому нужно, ну, с уважением. Я вам могу показать реплику, которая у меня есть, коробочка. Вот, вот это реплика, и качество, и карт, и работы, и всего намного лучше. Вот это вот реплика, и качество, и... Сейчас. И понимаете, даже не жалко было заплатить и сказать, что это реплика. Я просто в какой-то момент для себя поняла, что нужно уважать авторство, и решила не покупать больше реплики. В принципе, у меня осталась одна или две колоды с репликами, все остальное авторское. И я сказала, что я буду платить деньги, потому что... Но это труд, и я отношусь с уважением к этому. Вот. Но я не ожидала, что вот к упаковке будет вот такой формат. Если у меня еще претензии к этой колоде есть, вот, я не могу сказать, что вот прям все так хорошо и здорово, но это не обесценивает саму колоду.
Вообще рисунки в этой колоде, вы видите, что здесь есть МБК. МБК. МБК только на английском языке. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь-восемь страниц всего лишь. Было написано, что колода создана по системе Артура Уэйта. Вот. Но на самом деле у меня такое чувство, знаете, опять же, я претензиозный человек, потому что я придираюсь, я люблю свое дело. И я придираюсь к таким мелочам, которым, наверное, другим людям не надо было, да, придираться. К отрисовке, то есть если ты, не знаю, к подходу. Вот я слишком требовательна к работе, и я про это всегда говорю, просто потому что я люблю то, что я делаю. В МБК здесь есть описание карт, и они, в принципе, созвучны классике. Вот. Но если почитать вот эти ключевые слова, что здесь написано, и посмотреть на колоду, то многие моменты вообще никаким образом не сочетаются. Я вам это покажу. Вот. Обзор будет большой, но... Мне кажется, что я просто хочу вам показать как плюсы, так и минусы. Колода, так, Тавр. Минусы. Я сначала говорю, начинаю всегда с минусов, а потом возвращаюсь к плюсам. Почему? Объясню. Потому что послевкусие, оно должно быть всегда хорошим. Поэтому, что касается минусов по этой колоде, многие моменты не совпадают с классикой. Да, как бы автор здесь не говорил, что создана была колода по схожей, да, по символике, либо человек не разбирается, ну, то есть я могу дать такую отсылку, либо не разбирается второ, либо я не знаю, как сказать, но колода просто красивая. И я купилась как раз на красоту и на то, что она черно-белая. Я хотела себе черно-белую колоду. Могу ли я ее порекомендовать новичкам? Опять же таки, все будет зависеть от того, с какой целью вы используете Таро. Ну, если просто погадать, то да. А если так, как я, в контексте самопознания, то нет, потому что здесь есть несоответствия, о которых я говорила, что я слишком претензиозно отношусь к ним. Меня бесит, когда ну, не соответствует, не знаю. Не знаю, можете говорить еще как-то, что хотите про меня, да, но вот у меня такая, знаете, какая-то вот, я, наверное, либо к старой какой-нибудь школе отношусь, либо вот, знаете, есть, когда в первый класс ходишь, ну, в союзное время, как я помню, вот, учили правописание, ну, то есть каллиграфии, да, то есть красивое написание, у меня еще осталось в памяти, как правильно писать буквы, да, что это вот должно быть красиво. Наверное, сейчас в школах этому уже не обучают, и это было не столь важно, но я так понимаю, что это все равно, то есть помимо того, как ты пишешь, это же еще выражение, да, твоего внутреннего состояния, твоего характера и так далее, и так далее. Ну, то есть вот здесь Таро примерно то же самое. Ну вот, давайте я буду показывать и говорить. Вот. Я уже сказала, что у меня претензии к типографии. В данном случае объясню, почему. У меня есть лупа, да, увеличительное стекло, под которым я рассматриваю картинки. Если приблизить, я не знаю, насколько вам видно будет, как мне поставить так, чтобы вам видно было, вот так, да, то здесь очень много красивых, как сейчас я соображу, вот так, очень красиво нарисовано, но, к сожалению, не знаю, это связано с типографией, либо это такая задумка. Все расплывчато, да, то есть такое ощущение, что вот мне не хватило в этой колоде резкости в некоторых арканах. То есть если посмотреть на этот аркан, да, по жезлу, посмотрите, четкое изображение, да, как фотография ребенка. А если посмотреть на аркан мира, то он как будто бы расплывчат, вот как будто бы не хватает ему резкости какого-то. Знаете, иногда на телефоне говорю, надо поправить зум, да, чтобы резкость появилась. Во всех колодах, во всех картах здесь присутствует вот этот недостаток резкости. Мне кажется, что это все-таки связано с... Какая-то вот туманность. Это не цветовая гамма. Вот если вы здесь тоже посмотрите, знаете, такое ощущение, что вот то ли, да, не знаю, не,
Есть какая-то мутность. То есть до темно-серого не дошли. Это как, это очень напоминает, знаете, как татуировки. Вот когда их начинаешь делать, да, в первые дни, они темные, а потом со временем они выгорают, и если, ну, там много разных моментов связано с пигментом и так далее, они превращаются в зеленые. Вот как выгоревшие. Вот карты вот здесь вот примерно про то же самое. То есть они должны были быть четкими, черными, вот конкретными, либо серыми, но конкретными. А они получаются вот какие-то выгоревшие. Вот как, я говорю, как татуировки. Вот, поэтому претензии к типографии, к автору претензии только в каких-то деталях, что, ну, возможно, просто человек, ну, не знает символику, не знаю. Мне так кажется. Теперь смотрите, это великие арканы, да, я здесь держу и будем смотреть. Аркан мира. Опять же таки, аркан мира у меня, как ни крути, ни верти, вроде бы, да, вроде бы здесь присутствует девушка, вроде бы присутствует венок, вот, но а где персонажи, где четыре стихии, где лев, орел, то есть вот... Понимаете, можно делать красиво, но символика Таро, она должна все равно оставаться. Аркан мира говорит о соединении четырех стихий, о пройденных этапов. То есть то, что в колесо фортуны мы еще и изучаем, да, четыре стихии, то в аркане мира это завершающий этап. Уже здесь персонажи, они не держат в руках книги, они уже прочтены, опыт уже прошел. Здесь этого нету. Вот мне этого не хватило. Мне не важно, что этот венок, он, девушка танцует просто как с венком, да, а не находится в этом, потому что, ну, в этом есть тоже своя определенная символика. К этому бы я не придала. Ну, вот здесь вот мне не хватило персонажей. Так, опять же таки, отшельник. Ну, он как будто бы сам по себе, да, и фонарик светится. То есть, опять же таки, да, можно было сказать, не знаю, наверное, все-таки, ну, кто-то скажет, придираешься, да, типа фонарик же есть и отшельник есть. Но смысл отшельника заключается в том, что здесь он смотрит на нас, а смысл отшельника смотреть вглубь себя. Человек здесь, автор не изобразил, что идет погружение, поиск ответа внутри себя. Здесь просто вот путь, который освещает человека, который идет. Ну, идет он и идет. Ладно. Верховная жрица. Ну, красиво нарисована, как во всех нововведениях. То, почему я не люблю и очень, так знаете, ну, слишком претензиозно к новому веянию в Таро. Нету символов. Вот символы, они важны. Да? То есть ты можешь нарисовать как-то по-другому, не принципиально. Но Верховная Жрица, где баланс? Да? Где баланс между двумя колоннами? Просто красивая девушка нарисована. Да? Но нету ни свитка, нету ни полумесяца. Нету, в принципе, ничего нету. Ну, Верховная Жрица, ну окей. Аркан силы, ну, тоже такой, знаете, какой-то неоднозначный аркан, ну вот, я не знаю, мне эта львица, она как-то, вот, вот так, да, я могу сказать, что это львица. Если здесь должен был лев, то у льва вот где-то вот отсюда идет шевелюра, а не вся полностью, он как-то вот на собаку похожа, ну какая-то вот несостыковка у меня идет. Аркан старшего сосуда. Вот видите, это то, что я говорила, что не хватает здесь какой-то резкости, да? Вот посмотрите. Есть разные человечки, есть, значит, облака, там ангелочек летает. Не держит он никакой трубы. Я вот так еще подведу, посмотрю, думаю, может, я и ошибаюсь. Нет, он... А, он лук. То ли он лук держит, то ли еще что-то. Не могу понять, что-то вот здесь вот в руке, но где смысл перерождения? Где нам здесь что показывает, что идет здесь перерождение, рождение чего-то нового? Ну, красиво, да, то есть здесь не поспоришь. Красиво очень нарисовано. Императрица.
тоже красиво нарисовано, да, ворон. Я бы больше ворона добавила к верховной жрице, потому что ворон и волк, они являются проводниками потусторонний мир, да, то есть если это отсылка к бессознательному, да, чему-то такому мистическому, да, потустороннему, то ворон, скорее всего, бы пошел больше к верховной жрице, но не к императрице. У императрицы должен был быть здесь другой символ. Да? Не случайно есть аист, да, как вариант, как стиль материнства, как пеликан, который изображен тоже как символ материнства. То есть, ну, какие-то другие животные должны были быть, да. Опять же таки, если мы берем что-то такое мифологическое, то, например, у Геры, да, жены Зевса, она олицетворяет берегиню семьи, вот, и ей соответствовал павлин. Ну, хорошо, можно было павлина нарисовать. Ну, то есть здесь можно было бы поизучать, я бы так сказала, символику, вот, и только после этого сделать. Ну, я так предполагаю, еще раз скажу, либо, я не берусь утверждать, это мои домыслы, либо человеку просто хотелось нарисовать что-то такое красивое. Меня, знаете, я сделала один расклад, и он в каких-то моментах меня смутил, и я вам расскажу, покажу эти карты, потому что у меня какая-то разрыв шаблона, произошел мне состыковка. Аркан смерти. Ну окей, смерть не проблема. А маг, где атрибутика четырех стихий. Ну он как будто бы вот что-то держит, да, как волшебство. Ну окей, ладно, не будем придираться. Аркан солнца, да, ну, девочка на лошади, подсолнухи, окей. Дьявол красивый, да, красивый, я, как я уже говорила, да, как на открытку к death metal, да, что-нибудь такое. Вот, почему с двойными рогами, конечно, не поняла, вот, ну, окей. Здесь я не буду придираться к символике, что нету людей, ну, ладно, понятно. Аркан... Здесь аркан справедливости, но мне напоминает римскую юстицию, а не аркан справедливости. Видите, здесь весы и весы. Что-то римское здесь идет больше. Нету меча. Ладно, не буду продираться, но не хватило. Но здесь вот вообще, здесь я не могу. Это вот аркан колесницы. Поднесу поближе, вы посмотрите, не знаю, насколько зум будет показывать. Там есть какие-то персонажи, которые сидят. Где колесничий, который управляет? Где целенаправленность? Где движение? Где вот эта вот скорость? Просто повозка, наполненная людьми, которые куда-то едут. Вот на всякий случай я вот почитаю, что здесь написано в МБК по аркану колесничему. Написано движение, да, контроль, успех и прорезмос. Сейчас я с английского перевожу на греческий, а потом только на русский. Ну, то есть конечная остановка, куда идет, едет человек, determination, то есть движение, к чему он едет. Ну, как эти слова, да, 3-4 слова ключевых соотносятся вот с этим? Где успех? Где отображение успеха? Где отображение движения? Ну, повозка едет, куда-то они едут. Где цель? Нету, просто люди, которые едут. Кто управляет этими лошадьми, непонятно. А аэрофант. Ну, нету ключей, ладно, я уже про это не буду говорить. Здесь я так и не поняла, что он держит. Я под лупой смотрела, тоже не нашла. Император, неожиданно, мне почему-то это наполнило полумесяц, и вот как-то какая-то такая, знаете, лесной мотив, не знаю, как лешие, что-то такое, там, друиды, может быть, но ни в коем случае мне не напомнило это императора, то есть нету вот этой контроля, внутреннего стержня, да, какого-то упрямства, управления, ну, нету этого. Ну, вроде бы где-то сидит. Где бараны изображения, да, как овен и символика отношения к императору. Ну да ладно. Аркан повешенный здесь для меня вообще прям принципиально, да, для меня важно.
Знаете, во многих колодах повешенный, он его подвешивает либо за правую ногу, либо за левую. Вот. А от этого, конечно же, зависит, ну, для меня, как человека, который копается в символике, интерпретация. Но а повешенные за две ноги, это вот за две ноги, это нечто, да, потому что имеет смысл, если он повешен, подвешен за правую ногу, да. То есть смысл аркана – это когда материально, ведь не случайно у Уэйта он, нога здесь создает четверку. Четверка – это стихия Земли, это стабильность, это материя. А руками создается фигура треугольника, да, то есть материальное становится выше духовного, и это неправильное положение, да, то есть, ну, то есть другая символика. Здесь что? Что изображать? Просто вы взяли и повесили человека. Ну окей. Но ведь в символике аркана повешенного, если опять же таки опираемся на классику, как указано, должно быть вот это вот человек подвешивает себя осознанно, да, поэтому не случайно за правую ногу он повешен, а не за левую. Вот, он берет паузу для того, чтобы переосмыслить свою жизнь. И это не случайно. Поэтому ладно. Ну вот, это аркан дурака. Посмотрите, какой взрослый здесь человек. А теперь я вам почитаю, что здесь написано. Открываем МБК. Шут. Написано. Невинность, начинание, то есть innocence, beginnings, possibilities, то есть как возможность, да, туда же идет и opportunity. И потенциал. Но вот где невинность, да, где, что там еще было, невинность, начало, возможности, где вы видите это возможности, где невинность? Взрослый человек, да, уже с опытом. Они вместе с собакой еле-еле ноги переносят. Где вот эта вот включенность, где направление лица именно к солнышку, к полному доверию высшим силам, где это? Причем они идут в какую-то неизвестность, в какую-то тьму, знаете, как возврат к чему-то, не начало из чего-то, а как возврат. Ну, я не знаю, то есть как это читать. Аркан влюбленных, тоже какая-то... Ну, я не знаю, не буду комментировать. Луна, да, Луна. Здесь тоже, если читать Луну, обман, иллюзия. Ну, что, где смысл иллюзии? Только как Луна, ну и волк воет. И то, знаете, волк он какой-то, вот посмотрите, как... Это вот опять-таки типография. Я не думаю, что автор так нарисовал, такая тонкая рука и очень длинная морда. А волк какой-то вот голодный, что ли, ну, я не знаю. Неестественная лапа, не рука, а лапа. Неестественное изображение волка. Но при этом, вот если я говорю, вот сравните, да, такое ощущение, что где-то вот как фотография, а где-то непонятно, что посмотрите, какая красота здесь, четкость, и какой вот как будто бы как детский рисунок на великих арканах. Вообще разница огроменная. И вот, ну вот сравните, например, аркан умеренности. Смотрите, какая красота, да, как фотография. И волк, как маленький, это я не знаю, как в сказках иллюстрация какая-то. Ну есть разница. Ощущение того, что колода просто недоработана. Аркан звезды. Ну, красиво, да, красиво. Колесо фортуны. Тоже красиво, но персонажей нет. Ладно, пускай их не будет. Аркан башни. Это вот великие арканы. Не знаю, в каких-то моментах я, ну, придираюсь, да. Ничего не скажешь, но что поделать. Младшие арканы. Паш. Опять-таки, несостыковка, нет единой, как бы так сказать, единого мотива нарисовки, да, отрисовки. Да? То есть здесь как фотография, а здесь как рисунок. Ну, может быть, так это задумано было, не знаю. Король жезлов. Они не по порядку, да? Десятка жезлов. Рыцарь жезлов. То ли он одноглазый, то ли что, я не поняла. А где позитив, где это движение? Королева жезлов.
Вот здесь такое ощущение, что вот этот вот серый цвет, то, что я говорила, он неестественный. Это вот цветовая гамма в типографии, недоработана. Но при этом в девятке жезла, смотрите, как четко, да, все прорисовано. А следующая претензия, сейчас я скажу, вот эта семерка жезла, да, тоже четко. Это семерка, посмотрите, вот это типа цифра 7. И примерно так же нарисована, написана цифра 4. Если бы я не посчитала эти жезлы, и так во всех четырех мастях, да, четверка и семерка, ну непонятно вообще как-то, ну это 7. Я вам покажу четверку, она такая же. Сложно понять. Восьмерка жезлов. Аркан скорости, аркан быстрого развития ситуации, лестница вверх, движение. Здесь горят какие-то ламбады. Опять-таки, где скорость? Ну, свечка, как свечка, она не является скоростью. Так, шестерка жезлов, победа. Пятерка в ту же категорию, как будто бы здесь нарисована какая-то фрагменты, знаете, войны. Четверка жезлов. Вот у меня претензии к цветам, не знаю. Тройка жезлов очень интересная. Опять же, так я думала, где же третья? Оказывается, третья жезла, это вот он держит в руке, он на него опирается. Потому что первый вижу, второй вижу, а третий, скорее всего, он на него опирается. А двойка жезлов. Ну вот типа вот здесь вот один жезлик и здесь второй. Ой, сори. Вот первый и второй. Ну вот двойка жезлов. Ту жезл вообще мне не понравился, потому что вверх, там где должно быть изображено фаллическое отображение как начало жизни, да, то есть фаллос не случайно изображается, это как зачатие жизни, да, потому что при сексуальном соединении идет рождение жизни, поэтому фаллос изображается в тузе жезлов. Вот, как начало, как жизнь, как проявление. Здесь мне это очень напомнило завод, который дымит. Причем какие-то выхлопные такие, не знаю, газы. И, ну, можно было нарисовать, что это вот все кипит, бурлит, но хотя бы туман как-то вот более белый, что ли. Не знаю, не понравилось. Девятка кубков, ну, удовольствие. Четверка кубков. Вот посмотрите, четверка, как я говорю, как семерка была. Вот пойми, что это четыре. Такая тоненькая линия, сейчас, где там эта семерка была. Вот. Нет, это тоже четверка жезлов сейчас. Вот она, семерка. Посмотрите, насколько это схоже. Ну, похоже, правда? Так, тройка кубков. Двойка кубков. Влюбленные. Ну, туз кубков. Перистые облака. Пятерка кубков. То есть, знаете, где-то вот светло, а где-то темно. Да? Вот где-то темно, где-то светло. Шестерка кубков. Детство. Прошлое. Это семерка кубков. Опять-таки, я просто почитала и посчитала кубки, поняла, что это семерка кубков. А восьмерка кубков, когда мы оставляем кубки, причем они вот здесь вот маленькие такие вот в углу, это что-то такое, что оставляем позади самое ценное и движемся вперед. Не знаю, здесь этого я не увидела. Десятка кубков. Побыстрее пойду, потому что мне показывают, что память у меня заканчивается. Король, королева кубков. Пажи очень четко прорисованы. Рыцарь кубков, он как будто бы с войны возвращается. Туз пендаклей. Тройка пендаклей. Двойка пендаклей вообще не понравилась. Где баланс? Где изображение баланса, выбора? Нет, как будто бы здесь просто жонглирует. Вот. Четверка пендаклей. Как вам такое? Комфорт, человек получает удовольствие. Ну, какая-то несостыковка. Шестерка пендаклей, да, здесь типа меценатство, помощь. У меня такое ощущение, что он ему прислуживает. Прям разрыв шаблона. Семерка пендаклей. Смотрим на дерево. Пятерка пендаклей, здесь хитрость. Посмотрите на второго персонажа, он как будто бы его подгоняет, хотя он должен быть более в худшем положении, каком-то таком, да, зависимом. Восьмерка пендаклей. Карта
карта высоких стандартов мастерства. Как вам такое мастерство видно? Он как будто как попрошайка. Но, видимо, человек устал. Поэтому достиг какого-то мастерства, и он устал. Девятка пентаклей. Десятка пентаклей. Карта семейности. Карта традиции. Карта наследия. Но если присмотреться, можно найти три поколения. Взрослые, средние, там маленький ребенок. Но на семейность это вообще никак не смахивает, когда люди сидят в таверне и там едят, выпивают. Ну, где смысл семьи? Рыцарь пентаклей, королева пентаклей, король пентаклей, паж пентаклей, паж мечей, король мечей, королева мечей. Так, подвину, ладно. Десятка мечей красивая, мне понравилась. Девятка мечей тоже, да? Страдания. Восьмерка мечей. В оковах, да, вот эта карта мне понравилась. В оковах своих мыслей, да, то есть цепи, как решетка, да, то есть человек в своей голове ограничен. Это семерка мечей. Не бери ничего чужого. Где, что, как, непонятно. Шестерка мечей. Пятерка мечей. Где победа любой ценой? Ну, ладно. Четверка мечей красивая, да, человек лежит, бездействует. Тройка мечей тоже красивая, как рисунок. Ну, туз мечей. Клинком вниз. На самом деле тузы, все тузы, они должны смотреть клинком наверх. Почему? Потому что меч, опущенный вниз, это указание на принятое решение. А поскольку это потенциал, это не может быть принятым решением. Это как потенциал, который я должен принять решение. Поэтому все мечи, они должны быть направлены наверх. Ни в коем случае не вниз. И это, кстати, у аркана справедливости такое тоже должно быть. Вот. Рыцарь мечей. Аркан очень скоростной. Движение целенаправленно. Да, прям одержимость. Двигаюсь к своей цели. Вижу цель, не вижу преград. Где? Тоже устал. Ну и двойка мечей. Вот такая колода. Не знаю, пишите свои комментарии, напишите, насколько я придираюсь лишний раз. Вот. Но, опять же таки, в плюсе могу сказать про эту колоду. У нее очень мягкая энергетика. Если я привыкну, у меня не будет разрыва шаблонов с тем, что я вижу и что я знаю, вот, то, возможно, мы с ней сработаемся. Но работать-то я с ней буду, конечно же, потому что она меня включает, мне нравится, ассоциации включаются. Вот, энергия приятная у этой колоды, да, то есть даже если, невзирая на то, что она черно-белая, у нее очень приятная энергия, очень мягкая, женская, прям, знаете, такое ощущение, вот как маленький ребенок, который хочет обнять, с которым хочется как-то поговорить, пожалеть, вот что-то такое, вот, но очень много недоработок, я бы сказала, что ту цену, которую я заплатила за нее, она не стоит, да, она стоит, ну, где-то вот, ну, около 3500 рублей, но ни в коем случае там не 5, я не знаю, сколько это будет в рублях, сколько я за нее заплатила, вот, но она не стоит, она должна стоить меньше, то есть для ту цену, которую запрашивает, в конечном итоге я заплатила, надо было многое чего доработать в этой колоде, вот, но как потенциал колода хорошая. Если бы меня спрашивали, рекомендую я ее, нет, это не та колода, которую бы я рекомендовала. Вот, но купила и буду с ней работать. Жду ваших впечатлений. Всего вам самого наилучшего. Ссылочку обязательно оставлю. Всем пока-пока.